Всем привет, с вами Виловок, и это обзор, можно сказать, нового обновления, но на самом деле нет, это обзор всех новых украшений, которые добавили в последнем обновлении. The Revelation, вроде бы он называется, апдейт. Так, значит, в этом видео покажу все новые украшения, их 65 штук я насчитал сам лично. Ходил, считал, смотрел. Если подготовил вот такой вот плот, такой небольшой, если поставил тут кроватку, чтобы если что скипать ночь, значит, поставил себе немножко потолок, немножко стен, немножко окон, чтобы все было удобно, превосходно, хорошо. Так, с чего хотелось бы начать? Во-первых, все эти вещи, они добываются, все вот эти новые украшения, они добываются из новых посылок, коробочек, как хотите называть. Они получаются, эти коробки сами, из бочек, из новых каких-то больших ящиков, которые тоже плавают вместе с бочками. Их можно выкопать, ну не их самих выкопать, а выкопать сейфы, всякие разные кейсы, из них тоже все это выпадает. Можно на островах открывать ящики, сейфы, тоже все это будет. Вот, и из этих коробок, когда вы их открываете, выпадает одна рандомная вещь. Всего их 65, как я уже сказал. Если их всех выловить, то по факту у вас будет новое достижение, но я его еще не получил. Поэтому достижение у меня тоже будет видео, поэтому, да, посмотрим. Так, для начала, опять же, повторюсь, уже тысячу раз сказал, 65 новых вещей, все они... Почти все они находятся вот в этой вот новой вкладке. Вот они тут все. На первый взгляд скажете, где тут 65? Здесь дофигища старого и еще чуть-чуть нового. Заходим в один предмет. И, пожалуйста, в нем целых три. Здесь в старых тоже добавляются всякие разные новые штуки. Ну, 65 вещей, их тут много. Но... В этой вкладке находится 63 вещи. Еще две находятся в другой вкладке. Как раз-таки с них, в принципе, и начнем. Значит, первая вещь у нас находится... Даже я бы показал сначала другую. Но я покажу урну, товарищи. В принципе, это, наверное, вот... Ну, это не самая полезная вещь в этом... среди всех этих украшений, но как бы вы, наверное, функционал уже поняли, да? Вот она, урна. Что мы в нее заходим? У нас есть тут 8 ячеек. Можем скинуть сюда весь хлам. Если мы выйдем, этот хлам весь останется. Но, естественно, вы заметили, здесь есть такая вкладка. Мы на нее нажимаем, и все просто исчезает. Это нигде не вываливается, нигде ничего не остается, оно просто вот исчезает. То есть, вы понимаете, раньше мы просто вот брали, выкидывали вещи в море, они там уплывали и все. Сейчас можно это все спокойно выкинуть, это даже удобно в том плане, если поставить урну рядом со своими сундуками и просто вот из сундуков в урну там перетаскивать, все очень круто. Следующая вещь опять же находится вне вкладки украшений. И опять же находится во вкладке другое. Это кровать. Кровать, она делается так же, как и гамак, но чуть-чуть посложнее. Кажется, давайте вместо гамака и поставим. Мы гамак можем выкинуть. И значит ставим нашу кровать. У нас как раз таки закат. Как раз таки все вовремя, весь, ну, опять же, кровать нужна для того, чтобы спать, то есть это вместо гамака. Новая вещь, смотрите, он ложится, наш персонаж ложится под одеяло, это круто. Какая-то часть видна из-под одеяла, но это ладно, это, ну, посмотрите, как круто. Хобана, вы проснулись, отключаешь интерфейс, почему-то затухание экрана не происходит, это странно, ладно. Круто! Круто, все круто. Да, переходим дальше. Идем дальше, теперь же переходим во вкладку
украшения. Я посмотрел внимательно все вкладки, все вот эти вот штуки. Только две вещи находятся в другой вкладке, все остальные у нас здесь. Так, наверное, пойдем с самого низа. Хранилище для дров. Просто декорация. Вот реально, просто декорация. Ай, подогнула, ну ничего страшного. Просто... То есть нельзя брать доски, нельзя класть сюда доски. Она вот просто просто существует. Кстати, это самая первая вещь, которую я в выживании поймал. Открыл, шел и все такое. Так, следующая вещь. Деревянная ванна. Ну, вы понимаете, да? Использовать, то есть это просто... Просто кайфуем. Правда, в одежде, но хотя без одежды было бы страннее. Просто можно в ней полежать. То есть никакого функционала нету. Помыться нельзя, хотя, в принципе, тут и грязным стать нельзя, поэтому. Как-то так. Прикольно. Так, дальше идем. Деревенский туалет. Деревенский туалет. Типа, можно сесть. Опять же в одежде, можно просто сесть. Функционал никакого не имеет. То есть, поставить нельзя. Туалетная бумага, втулка. Всем тут втулка вообще нужна. Ну да ладно. Крышка. Почему нельзя крышку закрыть? Вот почему? Ладно. Идем дальше. Занавески. Занавески. Очень прикольная хрень. Вешаем, опять же, на свои. Сразу повесим вторую. Их можно закрывать. Подлагивает, но ничего страшного. Я поставил график на максимум, поэтому, может, и подлагивает. То есть, блин, это круто. Я когда их первый раз у себя там в мире выловил, одел, я просто их повесил и все. А их можно задвигать. Это очень круто. Это... Блин. Это можно... На это можно смотреть вечно. Дальше, что у нас? Часы. Новые часы. Это старые часы. Кто помнит, тот помнит. Вот новые часы. Такие маленькие. Без кукушки. Вроде как. Их можно ставить на пол, их можно вешать сюда. Да, то есть вот. Ставим, вешаем. Все дела на потолок. Опять же, нельзя. То есть можно на стены, можно на столбы. Все такое. Показывает время, как обычные часы. Кстати, это пластинка. Я только что заметил эту пластинку. Окей. То есть... Ну, функционал, кроме как показывать время, ничего в нем нету. Дальше. Флаг. Покажу я вам флаг, буду идти не по порядку. Существует всего, как видите, 7 видов флагов. То есть это обычный, потом 3 полоски вертикальные. Типа, можно создать, пожалуйста... Квест, тут можно флаг Швейцарии, допустим, создать. То есть вот поставим. Давайте просто поставим все флаги сразу. Вот, значит. Первый флаг обычный с значком. Я не знаю, что это за значок, потому что, опять-таки, это значок, вот он. Он есть. Он есть здесь. Он есть еще в всяких разных штуках. Значит, вот так, вот так, вот так, вот так и вот так. Вот они все флаги. Я подумал то, что типа, ну отлично, может это там флаг, флаг Франции, флаг. Италии, там флаг Швеции, просто вот финишный флаг можно создать, их же можно красить, да, их можно красить, это не просто белые полотна с серыми какими-то штуками, их можно красить, причем в разные цвета, точнее в два разных цвета. Флаг Японии можно и создать, флаг
пиратов, пожалуйста. Но есть же у нас вот такой вот флаг. Я подумал, ну флаг России, ну ё-моё. А, фиг там. Посмотрите на полоски. Тоненькая, тоненькая и широкая. Но давайте я сейчас возьму... Блин, только что было открыто. Кисточку. Давайте выберем, допустим, синий. Потом второй цвет. Красный. Узор. Узор на флаге не действует, поэтому без них. Пожалуйста. Вот. Два цвета. Вот. Флаг Франции. Пожалуйста. Можно поменять цвета, создать флаг Италии. Пожалуйста. Даже... Окей. Вот. Флаг Швеции, надеюсь, я правильно определил. Пожалуйста. Белый, черный. Сделаем так. Опять-таки возвращаю. А, нет, не возвращаю. Делаем вот так. Флаг Японии. Флаг пиратов. Не, наоборот, наоборот, наоборот. Вот, пожалуйста. И... Я думаю, флаг России. Фиг там. Что это? Что это, мать ваша? Вот максимально, что это флаг России, красный и этот. То есть, нельзя создать вот эти вот флаги, где три цвета подряд. Там флаг Германии не получится, еще там какие-то флаги не получится. Жалко. Ну да ладно. Кстати, косяк прилетел, да. Птиц. Идем дальше. Новые осветительные, можно сказать, предметы. Новый фонарь. Погнали, посмотрим новый фонарь. Опять же, его можно ставить, его можно вешать. Причем даже вешать вот так его можно. Вот так и на потолок. Дальше. У нас есть факельная корзина. Ее вешать нельзя, ее можно только поставить, то есть на потолок нельзя, на стену нельзя, только на пол. Только на пол, вот так вот светит, ну не знаю, как ярко, не ярко, но светит. Камин. Камин тоже светит. Выглядит прикольно. То есть реально, если сюда можно, честно, забраться... Нет, кажется, нельзя, если только сверху там как-то запрыгнуть. Ну, круто выглядит. Круто. Камин. Круто. Еще было бы круто, если можно было бы выводить куда-нибудь там наверх, там. Но... Нет. Так, с этим вроде все. Давайте полки. Полки. Новые полки. Эта полка старая. Вот она, новая полка. Создам две. Полку можно ставить так. Можно ставить так. Вот, пожалуйста. На потолок вешать нельзя. Можно поставить. Дальше. Такие полки. У нас есть такая полка. Ее опять же можно повесить. Можно поставить. Потолок, естественно, нельзя. И есть вот такая полка. И опять же, ее можно поставить. Даже, наверное, вот так поставлю. Так поставлю, чтобы... Ну, ладно. Уже все. Вот так вот с полками. Шкаф для посуды. Три вида шкафа для посуды. Они тоже функционируют. Можно было их даже поставить и на... И тут, там же, где и урна, но... Но нет. Значит, вот так. И вот так. Очень странно. Ее нельзя вешать, но ее ощущение такое, что можно ставить на другие полки. Вот, пожалуйста, ее можно поставить на полку. На... Ладно,
Смотрите, на стену можно повесить с помощью других полок. Вот так вот можно сделать. Хорошо. Сюда можно поставить, да, сюда можно. На потолок. На потолок нельзя. То есть, смотрите, можно на пол, а можно через полку поставить на стену. У них у всех есть функционал, их всех можно открыть. У них у всех 4... 4... ячейки. Естественно. Можно взять и хобана положить посуду. Но можно положить не только посуду. Можно положить все, что угодно. В принципе, с полками все. Что дальше? Что у нас там дальше? А дальше у нас, наверное, надо поспать, потому что сейчас уже будет темнеть. Ну да ладно. Давайте пройдемся по столам. Это стол старый. Новый стол. Новый стол выглядит вот так. Обычный такой низенький стол. Потом еще один стол. Такой округловатый. Следующая вкладка. Я не знаю, почему их так разделили. Ну да ладно. А, хотя... Кстати, не знаю. Стол. Опять же, он маленький. Похоже на стул, но это стол, на него сесть нельзя. Такой же, только побольше. Круглый столик маленький. Потом два глиняных столика. Вот такой прямоугольный со скатертью. И круг со скатертью. Пожалуйста. Функциональности никакого, естественно, нету. То есть никаких полок под ними нет или еще чего-то. На них просто можно ставить другие вещи. Дальше. Стулья. Есть такой стул. Пожалуйста, бум. Бум. На них можно сидеть. Все как бы логично. Все превосходно. Все работает. Дальше есть вот такой вот стул. Скорее всего, подходит вот этим вот. Вот этому столику подходит. Опять же. Погоди. А если... Опа-на. Он почему-то только в эту сторону смотрит. То есть, странно. Это... Я все понял. У этого стула, видите, вот эта подножка, где вот эта вот штука, туда он, в принципе, и смотрит. Вот. Прикольно. Дальше. Маленький стул. Опять же, я заметил ножку. Хобана. И... Да. Вот так вот он сидит, наш дорогой друг. Так. Дальше идем. Диваны. Даже можно сказать, вот это кресло. Кресло есть. Оба-на. Вот так вот варяжно вот сидит такой, да? Это вообще нормально. Дальше. Двухместный диван. Естественно, здесь можно сидеть. Здесь можно сидеть вот здесь. То есть он двухместный. Все нормально. Вот так и вот так. Круто. Дальше. Такой диван. Это уже трехместный. Причем можно сидеть вот здесь. По-обычному. Можно сидеть вот здесь. Здесь. Можно сидеть вот здесь. И можно здесь лежать. Просто кайф. Кайфари. Круто. Диваны крутые. Больше ничего о них не скажу. Дальше. Это сказал. Эти полки все старые. Картины. Давайте. Куда их ставить? Непонятно. Я все занял. Почему бы, собственно, и нет? Вот такая картина.
Да, да. Обычная, то есть на ней остров. Причем такого острова я даже не знаю. Возможно, когда-то был. Но сейчас его, мне кажется, нет такого острова. А может, его наоборот добавили? Фиг его знает. Но вот он такой есть. Потом. Вот эта картина. Это Брюс. Брюс, пожалуйста, который жрет ваш пол. Дальше. Картина, где опять же наш чувачок сидит на плоту, рыбачит. У нас там крюк висит в рамке, у нас там гамак, ботиночки, рыба в рамке тоже. Ковер лежит, все нормально. Все круто. И последняя картина. Мне очень интересно, кто вот это и кто вот это. Возможно, я слепой и не заметил, что можно поменять теперь еще двух персонажей. Но вряд ли. То есть у нас можно играть за нее, за него, а вот этот крайний и вот эта вот деваха, кто это, непонятно. Вот такая вот картина есть. Так, продолжим. У нас есть мотивационные какие-то таблички. Пожалуйста, спасибо. Так, мотивационные таблички. Что это такое? Непонятно. Их можно вешать сюда, кстати. Можно сюда. На пол нельзя. Так, давайте их сюда повешу. Вот такая табличка. Вот такая табличка. Вот такая табличка. И вот такая прикольная табличка. На столб она почему-то вешаться не хочет, хотя она может вот так вот сделаться. На пол нельзя, на крышу нельзя. То есть можно то только на стену. Прикольная, кстати, штука. Прикольная. Так, сюда ее не повешу, да? Ну, пусть будет здесь. Вот такие вот четыре таблички. На них что-то где-то написано. Что-то там хорошие мысли, наверное. Что-то еще. Raft sweet raft. Плод, дорогой плод. Или милый. Это дом, милый дом, а это плод, милый плод. Наверное, так. Ну ладно. Табличка это старая. Календарь, понятно. Цветы. У нас есть 6 цветов. Давайте их поставим на какой-нибудь стол. Допустим, на этот. А нет, у нас не все получится поставить на стол. Ну и ладно, давайте на полочки. На полочки, чтобы было красиво. Роза. Роза. Просто роза. Из красного цветка делается. Подсолнух. Из желтого цветка делается. Превосходно. Прекрасно. Монстера. Или как? Я не знаю, как это назвать. Можно поставить вот сюда. На полочку. Сюда можно поставить. Сюда можно поставить. То есть разный функционал. На стол. На стул нельзя. Можно между стульев. Давайте я его, кажется, вот сюда поставлю. Прекрасно. Кактус. Кактус. Почему бы нет? Кактус. Просто кактус. Что, кстати, он делает из обычных листьев? Кактус из обычных листьев делается. Все прекрасно, все нормально. Вот такой цветочек. Как он там называется? Алоэ вер. Как я мог забыть, конечно. Алоэ. Алоэ, господа. Гибискус. Гибискус. Превосходно, посмотрите на детализацию гибискуса. Это же просто прекрасно. Это просто превосходно. Это офигенно. Все прекрасно. Вот понемногу, вот просто, смотрите, делаю обзор, и уже как красиво становится на моем творческом плоту, на котором я потом ничего делать не буду. Потому что это плот отдельно для этого обзора. Так. Книги. Книги. Можно ставить на полку. Еще куда-то. На пол. Вешать книги нельзя. Удивительно, да? Нельзя вешать книги. Почему же так? Потом, вот такая стопка книг. То есть, опять же, те же книги, только лежат по-другому. Потом, что еще? Что еще? Раскрытая книга. Вот это уже поинтереснее, потому что тут у нас есть небольшой рисунок. Давайте даже я возьму... Ням-н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 ям. Я глупый. Где? Бинокль. Бинокль.
Давайте вот так вот рассмотрим. То есть здесь у нас написано «Брюс, акула, ждет плод», там смайлик, все печально. Кто-то играл в крестики нолики, считал дни. Опять же, вот этот знак. Что это знак? Я не знаю. Чайка. Есть мое потейто, мою картошку. Здесь какая-то роза нарисована. Пуфер. Наш иглобрю. И крюк нарисован. И все. Листать это все дело нельзя. И никак взаимодействовать тоже. Но прикольно. Рисунок. Одобряю. Стопка бумаги. Просто бумага. И все. Опять же. Просто бумага. Я не помню, сказал или не сказал, но везде 4. 4 везде. Да. 4 везде ячейки. Дальше. У нас есть два вида подсвечников. Просто даже свеч. Вот, одна одиночная свеча. И вот такая свеча. Делается из хлама. Причем что это из четырех, что это из четырех. Странно. Но опять же, горит. Горит, то есть освещает. Правда, что-то я видел, как-то она очень мало это освещает. Как-то очень все странно. Ну да ладно. Идем дальше. Видите, освещение. Гирлянда. У нас есть гирлянда, которая вешается вот так. То есть вот такой вот ободок. Красить, если что, нельзя. То есть вот она вот так горит и все. Можно вешать на стену, вот только что я повесил. На потолок тоже можно вешать. Все круто, прекрасно. Текстуры не имеет, можно прыгать. Все такое. Гирлянда вот это вешается просто... Почему сюда не вешается, ладно. То есть вертикальная гирлянда, это там была горизонтальная, это вертикальная. Опять же, можно повесить просто вниз, свисать. Круто, очень круто. Приборы. Приборы, то есть просто на стол. Фигак. Сюда такой, фигак. Сюда, фигак. Взаимодействовать с ними никак нельзя. Хотя, я сейчас такое подумал. А если сюда? Нет. К сожалению, нет. Этого сделать нельзя. Сюда ничего положить не получится. Ну да и ладно. То есть просто глиняная тарелка, причем не такая, которую мы изготавливаем, а другая. Ложка вил. Прекрасно. Точнее, какая ложка вилка? Вилка? И нож. Да. Вилка и нож. Стакан. Точнее, просто кружка. Опять же, никакого функционала никакого не имеет, просто кружка. Просто кружка. Итак, у нас ночь. Хочу ночь. Ложимся спать в нашу уютную просто, наиуютнейшую кровать. И идем дальше. А дальше у нас коврики. У нас три новых вида коврика. Есть такой, который, как обычно, в прихожей. Типа welcome, еще бы надпись сюда, было бы прекрасно. Круглый, большой, круглый ковер. Вот так вот. Прекрасно. Зашибем. И маленький круглый ковер. Тоже где-нибудь в прихожей. У меня, кстати, такой был когда-то. У входа лежал. Прекрасно. Дальше. Помимо ковров, флаги я уже сделал. Перо. Перо, опять же, просто декоративная вещь, просто перо. Писать им нельзя, ничего с ним сделать тоже нельзя. Просто вот есть перо. Глобус. Глобус, просто глобус. Причем крутить его нельзя, то есть взаимодействовать с ним никак нельзя, просто он есть. Просто глобус. Причем посмотрите на него, это... Затопленный мир. Это затопленный глобус. Хотя смотрите. Посмотрите, что я нашел. Здесь, видите, вот темно-синий. Это океаны, моря. Светло-синий. Это закрашенные территории материков. Посмотрите повнимательнее. Вот Африка. Вот Австралия. Вот Северная Америка, Южная Америка.
Вот она, наша Евразия. То есть сокрасили. И вот, пожалуйста, тут Гималаи вот остались. Такие возвышенности. Вот зеленый, это, видимо, то, что осталось, да? И причем, смотрите, у нас осталась Арктика. У нас Арктика осталась. Северный Ледовитый океан. Возможно, у нас будут в будущем какие-то ледяные биомы. Но фиг знает. Вряд ли, конечно, но... Вот так. Такой вот интересный был глобус. И все. Вот так вот я сделал обзор на 65 вещей. Потому что вроде все. Серьезно. Серьезно, все. Вот такой вот. Вот такие вот у нас добавились вещи в этом обновлении. Естественно, вы заметили, что здесь у нас плот сам другой. Стены другие, окна другие, тут все другое, тут добавилось все, но это уже другое. Вот такое получилось обновление, точнее, ну, обновление, да, вот такое получилось, вот такие вот крутые вещи добавили. Опять же, все, что связано с новым, опять же, с новой ачивкой, я тоже по этому видео сделаю, но это уже будет позже, это когда я его получу. Все, вот такое, вот такие вот вещи, вот такое обновление, вот такой вот обзор. Даже не знаю, что еще сказать. Всем спасибо за просмотр.